Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать, как быстро и легко почистить гранат. Итак, приступим. Нужно аккуратно сверху сделать круговой надрез, стараясь не повредить зерна граната. Теперь снимаем крышку. Не спелый гранат попался-то. Ну да ладно. А затем вот по этим штучкам, вот их видно, так вот разрезаем. Ну так вот легко на дольке и разбирается. Кушайте фрукты, в них очень много витаминов. И будет всегда хорошее настроение. Всем пока-пока.